Союз Китая и России, ну, если брать китайцев как и вообще нацию, они достаточно древни, интересны, мудры. Вот. И то, что даже как бы вот у них сейчас некая такая коммунистическая веха, наверное, для них это сейчас самое идеальное. Вот. То, что касается нашей дружбы с ними, наверное, это какая-то альтернатива вот то, что мы говорили про однополярность США. Это просто какие-то там кланы, союзы. Вот. Сейчас Китай, может быть, потом будет Европа, может, потом будет... Это вещи, которые ненадолго, я считаю. Они вот будут меняться так или иначе, насколько будет качаться мировой баланс.